что творится в его голове. Мужчина хочет быть в этих отношениях. Эти отношения приносят ему радость. Думает о вас, мечтает о вас. Вы звезда для него, вы для него девятка пентаклей. Возможно, также эти карты говорят, что вы хотите от этого мужчины больше, чем он может дать. Да? В каком плане? В эмоциональном, допустим, плане, не обязательно в плане пентаклей. Да? Возможно, вы требуете от него более эмоциональных отношений. Возможно, вы от него требуете еще чего-то, да, что дать он вам не может, и с этим надо что-то делать. Хочет быть магом, хочет быть главным в этих отношениях. Злится почему-то на вас, но терять вас не хочет. Вы для него очень важны. Очень романтично настроен по отношению к вам. Вы явно есть в его планах, да? Хотя между вами расстояние, может быть, поэтому он дать не может то, чего вы хотите, и пытается как-то с этим справиться. Но планы у мужчины на вас грандиозные. Вы именно та женщина, которая покорила его своей нежностью и мягкостью. И таких, как вы, у него никогда не было.